Меня зовут Глушаков Александр Николаевич, я врач-травматолог-ортопед из города Костромы. Я являюсь руководителем двух лечебных физкультурных центров своих. Принимал участие, посетил конференцию с международным участием реабилитация спортивная медицина и, в частности, секцию педиатрии. Очень понравились доклады, к сожалению, докладчиков не могу вспомнить фамилии, но то, что они предоставили информацию, как легко и просто можно с помощью стелек и уравновешивания, так скажем, патологии стопы выровнять деформации позвоночника и скелета вообще, это, конечно, очень сильно впечатлило. Особенно их результаты клинические до и после.